Высокое искусство самым активным гражданам региона. Для них в рамках проекта «Самарская область. Наш дом» в Театре оперы и балета ко дню города состоялся показ всемирно известной оперы Джузеппе Верди «Травиата». Какие задачи сегодня стоят перед общественниками в нашем материале? Театр оперы и балета – место символическое. Именно здесь в 19 веке прошли первые земские собрания. Сегодня регион возвращается к лучшим практикам самоуправления, которые невозможны без активной гражданской позиции жителей. Те, кто активно принимает участие в различных городских программах, поощряются правительством области и ставятся в пример. Давно хотела сходить именно на оперу. Вот. Плюс ко всему, у меня, скажем так, деятельность в этой сфере есть. Вот. И я, конечно же, согласилась. В этом году я выступала на различных концертах для ветеранов, для детей. Перед началом просмотра благодарности от губернатора и слова поздравления. Глава регионального министерства образования и науки отметил, сидящие в зале решают важную задачу – соединить местное самоуправление с общественной инициативой, о чем не раз говорил президент страны Владимир Путин. Ваша энергия, энергия активистов многоквартирных домов, ЖСК, ТСЖ, местных общественных организаций придает импульс позитивным переменам и оказывает влияние на многие процессы, которые происходят в нашей губернии. Сейчас перед гражданским обществом региона стоит еще одна важная задача. До 1 сентября в губернии завершатся работы по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды». Общественный контроль – залог высокого качества исполнения приоритетного федерального проекта. Руслан Шарипов, Тимур Набиев. Новости губернии.